Итак, ребята, всем здорово, с вами Нубас или Виталий Старк, и мы находимся на сервере Black Russia Black. Это черный сервер, где мы сегодня вновь с блатной мафией наводим суету. Сегодня наша блатная мафия поедет огромным кортеджем в сторону банка. Наша задача оплатить дом, но так как у нас много недоброжелателей, так можно сказать, людей, которые хотят нас убить, нам приходится ехать под охраной. Я нахожусь в центре на BMW, сижу я сзади, чтобы меня не убили сразу, поэтому спереди охрана, сзади будет охрана, и мы сейчас выдвигаемся в сторону банка красивой толпой. Но прежде чем выдвинуться в банк, нам нужно заехать на АЗС и купить ремкомплекты на всякий случай, чтобы починить, если что, машину. Очень много наших ребяток, наших людей, за это им респект, уважуха. Все, кто с нами наводит суету, всегда кидаю респект и уважение, потому что это круто на самом деле, когда народ видит столько много людей, им просто не верится, думает, что за бред, как так, а вот так вот, блатная мафия, как говорится, в деле. Так, сейчас давайте забежим быстренько на АЗС, купим быстренько ремкомплекты, и уже от этого будем действовать, после чего поедем к банку. Аккуратненько встаем, ребятушки, аккуратненько. На всякий случай возьму еще канистру с бензином, мало ли у кого-нибудь бензин кончится. Хотя мы около заправки стоим, я думаю, все додумаются заправиться и спокойно доехать. Ребята, у нас в Фоме постоянно проходит какая-то суета. На самом деле это всем очень сильно нравится. Я всегда слежу за своей Фомой, раздаю им зарплату, делаю какие-то либо конкурсы и многое другое. Так, Димон, аккуратненько сейчас выезжаем, ты едешь первый и потихоньку едем до банка Арзамаса, мы за тобой. Так, все, он меня понял, это на самом деле хорошо и на самом деле я очень рад, что у меня такие адекватные люди, которые понимают, что я говорю и что нужно делать. Все, ребят, все по машинам, садимся и сейчас будем выезжать. Пойдем, я сейчас открою тебе BMW, не переживай, и отправимся сразу же дальше. Так, чините машины, заправляйте кому надо, а мы выдвигаемся сейчас к Арзамасу банка. Вот. Ребята, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите больше комментариев, потому что дальше будет намного веселее. Садись за руль, все, выдвигаемся потихонечку. Так. Давайте, ребята, не подрезаем никого. Едем аккуратненько. Аккуратно. Надеюсь, будет все адекватно пройдет. Люди, конечно, которые будут нас видеть, они будут в шоке. Итак, ребятушки, мы отправляемся, выехали мы уже в сторону банка, и я на самом деле рад. Так, спереди тачки уже уехали, сзади машины догоняют, нужно теперь аккуратненько ехать. Блин, мотоциклист, хватит нас это таранить, аккуратно, говорил же, на машинах едем. Зачем ты сбоку на мотиках едешь? Ну это как бы прикрытие. Народ сейчас просто будет останавливаться, они в шоке, посмотрите, все автобусы, все тормозят, думают, чё, кто это такие? Да-да-да, это всего лишь блатная мафия, целая блатная мафия, это кортедж блатной мафии, которые едут по делам, просто мафиози. Я чувствую, многие говорят, что мы лучше ОПГ, у нас намного интереснее, у нас и зарплаты, у нас и войны, у нас и стрелы, у нас и построение, задание и так далее. Друг за другом едем красиво, потому что нам нельзя нарушать строй, потому что кортедж должен ехать аккуратно. За нами едут люди, сейчас все выровнятся и будет весело. Давайте, давайте, ребятушки, не спешим, как говорится, аккуратно через больницу проезжаем. Через больницу аккуратненько проедем, а там дальше посмотрим, что будем делать. Так, колонной. Обязательно колонны едем, потому что сейчас что-то все разъезжались. Так, тихо. Таксист, как обычно, бешеный таксист. Это нормально, на самом деле. Давайте проезжаем через вход больницы, аккуратненько по прямой в сторону банка Арзамаса, ребятушки. Давайте, выезжаем. Все просто в шоке, еще гелик какой-то подъехал. Ты кто такой? Ну, езжай с нами. Главное, чтобы он себя адекватно вел.
как говорится, на гелике, все дела, блатной, типа. Кортедж продолжает ехать, все бибикают, все просто в шоке, не понимают, что это такое. Куча машин едет. Ой, ой, что происходит? Аккуратно, все, возвращаемся все в колонну, все колонну. Что за дела? Давайте, 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 давайте. Колонну восстанавливаем, колонну восстанавливаем. Там что-то Диман говорит, стой, стой, стой. Все, выезжаем дальше, выезжаем аккуратненько. Друг за другом едем, не... Строй не ломаем, ребят, друг за другом едем, не ломаем строй. Так, едем, едем. Скоро мы уже подъедем к банку Арзамаса, ребят. Строимся колонны красиво друг за другом, чтобы было все четко. Не подрезайте друг друга, аккуратненько едем, аккуратненько. Давайте, давайте, давайте. Итак, мы уже подъезжаем к банку, ребят. Сейчас будем парковаться, гонщик хренов. Вот зачем так гнать? Видел же, кортедж большой едет. Ё-моё. Парень на гелике просто обалдел. Дорогой гелик чуть не подрезали. Дальше, дальше немного проезжаем. Дальше проезжай. Он меня слышит, нет? Дальше проезжай. Подальше. Давай, 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 давай. Подальше, Димон. Димон, Димон, давай подальше немного, чтобы все поместились. Огромный просто кортеж блатной мафии подъехал к банку. Теперь аккуратно сейчас все выходим. Под охраной меня ведем в сторону банка, чтобы неприятелей здесь не было. Выходим из машины, аккуратно идем в банк. Выходы и входы закрываем, ждем около входа, никого не пускаем. Отыгрываем РП роли, как говорится, блатная мафия подъехала к банку. Спокойненько идем в сторону банка, ребята. Аккуратненько идем, чтобы оплатить за наше имущество. Денюжки, как говорится. Так, заходим, на входе ждем обязательно. На входе некоторая охрана остается, и со мной в банк остальные все проходят. Тоже все углы, все проходы охраной занимаем. Никого не впускаем, никого не подпускаем ко мне. Отлично. Заходим аккуратненько, ребят, все нормально. Все в шоке, как обычно, опять. Все, толпа залетает, и это круто. Так, все, оплачиваем и едем теперь на тусу. Задание выполнено. Итак, рассаживаемся сейчас все по тачкам. Нам нужно по блатному подъехать, уехать точнее, все по машинам. Давайте, парни, по машинам все, все по машинам. Садимся, выезжаем теперь к стадиону Арзамаса, где будем тусить и делать набор. Все к стадиону Арзамаса. Выезжаем, парни, выезжаем аккуратненько, выезжаем. Давай, давай, на выход. Блин, ребят, это я считаю круто. Это реально РП такой, поездочка РПшная была. Массивная массивность. Я обожаю вот эту всю массивность и благодарю всех, кто был с нами. Так, по машинам по-быстрому садимся. Это что у нас здесь за эвакуатор? Чью машину хотел эвакуировать? Не делай этого. Так, направляемся на стадион. Направляемся на стадион, открываем машину и садимся в тачку. И друг за другом сейчас мы вновь отправимся. Так, мы уже подъезжаем теперь к стадиону, ребятушки, где мы будем с вами тусить. В принципе, сегодняшнее утро прошло на ура. Мы оплатили дом, огромной толпой проехались по городу, навели суету, как говорится, подняли настроение людям. И это очень-очень классно, потому что я считаю, что массивность – это залог успешной компании блатной мафии, потому что наша эра, наша история блатной мафии будет расти, расти, нас все будет больше и больше, огромная толпа машин едет за нами, мы реально мафия, на бэхе такой черный тонированный гоним, как бригада из 90-х, ё-моё, такие бандиты на бумере, черный бумер, стоп, сигнальные огни. Итак, ребятушки, мы заезжаем на стадион, я сразу же кидаю объявление по поводу того, что мы на стадионе делаем набор, пока будем тусить, потому что многие здесь как раз и проводят набор. Все, замечательно, ребята, теперь все выходим и тусим сейчас. Да-да-да, я буду на самом деле рад. Так, 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 ждем, ждем, ждем. Сейчас наши все подъедут, очухаются, что мы на стадионе. Найдут этот стадион. Я потому что большинство нашим сказал, что мы на стадионе. Смотрите на карту, там понятно, что это стадион.
Нужно теперь просто тупо поставить колонку и всем тусить. Ребят, сейчас ставлю колонку, будем тусить. Ведем себя аккуратно, прилично, заодно набор делаем. Объявление я отправил. Вы самые лучшие. Вы лучшие, ребятушки, говорю. Вы лучшие, вы серьезно лучшие. Помогаете мне всегда. Слушаете меня всегда. За это я вас уважаю. Все танцуют локтями, все. Пока люди будут ехать к нам на набор, к нам на собеседование, мы будем здесь танцевать и тусить. Ребят, надеюсь, вам понравился данный ролик, потому что это РП массивное. Массивное РП, правда, некоторых людей мы по дороге потеряли, они потерялись и не могут найти. Ребят, вы самые лучшие, кто на меня подписан, кто находится в моей семье. Я очень рад, что у меня есть такие люди. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. С вами был я, Виталий Старк, блатная мафия. До новых встреч, пока!